27 января 1959 года группа студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам на севере Свердловской области. 12 февраля, в расчетное время, группа не вышла в конечной точке маршрута. 26 февраля на северо-восточном склоне горы Халычахль были обнаружены первые тела. Никто не знает, что произошло на самом деле. Никто. Кроме меня. Товарищ майор, подлетаем, скоро будем садиться. Здравия желаю, товарищ майор! Капитан Окунев, управление КГБ по Свердловской области! Можете обращаться, Олег. Холодно тут у вас, жуть просто. Саша, я смотрю, вы совсем не по погоде. Поехали. Человек и палатка. Остальные? Их же было 9 человек. Не знаю, товарищ майор. Пришла радиограмма, а я, как полагается, сразу доложил в Москву. Они уже прислали вас. А кто следствие ведет по делу? Тымпалов Василий. Прокурор Индии. Что за человек? Толковый человек. Работу свою знает. Повоевал, как и мы. Гвардия, лейтенант, ордена. Так мы к нему и едем. Ему сообщили, он нас ждет. Ну, хорошо. Через порог заходите. Саша. Василий, мне еще в горосполком надо, поэтому я вас оставлю, вы побалакаете. К утру я приеду и поедем на высоту 1079. Добро. Проходите в дом, там теплее. Присаживайтесь.
Вы уж меня простите, товарищ майор. Я человек прямой, и я думаю, что... Что? Обращаться можете, Олег. Лучше так и делайте, особенно при посторонних людях. Пусть все думают, что я один из ваших помощников. Здравствуйте. Здравствуйте. Супруга моя, Надежда. Очень приятно, Олег. Вы извините, пожалуйста. Да все хорошо, я все понимаю, конечно. Надя, Вась, я тебя прошу. Что? Ты бы что-нибудь организовал для гостя? Пока ждите. Есть или не наверное? Или можно что-нибудь выпить, чтобы согреться? Да? Надя, я прошу тебя. Все человек хорошо. Из Москвы приехал. Вот тем более из Москвы. Все в порядке. Все в порядке, Васечка. Надежда... Яковлевна. Надежда Яковлевна. Буду очень обязан, на самом деле. Холодно жутко, и в этом вертолете промерз насквозь. Согреться бы не мешало. Да. Вот видишь? Видишь? Давай, держи. Ты что? Ну, давай. Ну, сейчас, быстро. Сейчас, секунду. Извините. Извините. Василий Иванович, значит, смотри, сядь. Скажу тебе одну важную вещь. Меня не существует ни для одной из ваших бумаг, ни для одного протокола, ни для одного постановления. Окружающим можешь представлять меня, как тебе удобно. Меня здесь нет, но всем руковожу я. А формально ты. Пока не поставят нового следователя. Так я думал, вас прислали для надзора. Трогайте там ничего! Прокурор здесь! Да это помощник мой. Да и какая разница, все равно там уже все нарушено. Обижаешь, Василий Иванович. Мы тут глянули, есть там люди или нет. Мы, считай, с Шаравиным вдвоем ее нашли. С нами лесник еще был из местных, Иван Пашин. Он нас сюда довел. Думал, они в провал упали, а я оттуда снизу палатку в бинокль увидел. То есть не заваленная была? Заваленная, но не все. Она, считай, месяц здесь простояла, что ждать, снег шел. Решили туда подняться, а Иван лесник не пошел. Мол, неважно себя чувствовать. Почему так? Знаешь, Василий, самим страшно было. Скат разорван, внутри снегу намело. Лыжи торчат, у входа ледоруб воткнут. Людей не видно. Скат изнутри разрезан. Ну как есть шум? Они покинули палатку, разрезав ее изнутри. Как изнутри? Покажите тело. Там, внизу. Помощник у тебя больно шустрый. Не говори. А где верхняя одежда? Боря, где одежда? Не знаю, мы их так нашли. В смысле, так нашли? Ну вот как есть, так и обнаружили. То есть они выбежали из палатки и вот так бежали 1,5 километра? Кто это, опознали? Юра Кривонищенко и Саша Золотарев. Золотарев – инструктор Кауровской турбазы, а вот Кривонищенко – инженер на комбинате. В Сороковке работал. Челябинске 40? Да. Здесь был костер. Жгли свою одежду, что ли? Пытались согреться до последнего? Ну, еще какие варианты?
Пойдемте дальше. Где следующий? Там чуть ниже. Игорь Дятлов, руководитель группы. Женя Масленников его опознал. Друзья? Не совсем, но общались. Я в маршрутной комиссии был. С Игорем обсуждали весь этот поход. Ребят знал прекрасно, все сильные туристы. Он, скорее всего, к палатке шел. Там, вон, видите? Метрах в 400 ребята наши. Там Зина Колмогорова. Больше пока никого не нашли. Хотя довольно большую территорию осмотрели. Еще людей стягиваем. Тело как было расположено? Что? Тело Колмогоровой. Головой на запад, ногами на восток? Я так не могу сказать сразу. Хорошо, по отношению к палатке. Головой, как остальные? Ну да, да, скорее всего. А вы следы видели? Какие следы? То в валенках шел, то босиком. Но самое главное, что здесь следы 8 человек. А ведь их было 9. Получается, они разрезали палатку изнутри, выбежав из нее кто в чем. Оставив в ней теплую одежду, еду, вещи. В таких погодных условиях это верная смерть. Добрый. Добрый. Зачем они это сделали? Манси. Эту гору называют Халат-Чахль. Гора мертвецов. Дети совсем. Не должны родители детей своих хранить. Нахлебались мы этого за войну. Кроет-то 200-миллиметровые. Под Берлин? Да не, рано еще не добьют. Вить, ты с этим Вальтером своим, как с бабой и Бобу, марафеты все навыше. Это не просто Вальтер, Олег. Я из него Гитлера застрелю. А, тогда добро. Тише. Слышите? Мужики, глянь. Немцы уходят. Откуда немцы? Их же не должно здесь быть. Замок какой-то похоже. Странно. Его нет на карте. Надо в штаб доложить. До нашего.
наших час добираться. Пойдем посмотрим, что там. Мне это место. Братцы, я ход по караулу. Не пойду дальше. Да брось, Егорыч. Да нет никого. Ну ты же старый солдат. И в огонь, и в воду. И... Тихо. Старшина, прикрываешь ход. Двое здесь. Митя со мной. Девчонка заключенная сюда пошла. Не было никого. Как не было? Куда она делась? Девушка. Что с ней сделали?
назад. Олег, ты чего? Она же давно мертва. Олег Дмитриевич? Я? Эксперт областного судмедбюро Шиманова Екатерина Андреевна. Ах, Екатерина Андреевна. Простите, сразу не сообразил. Проходите. Меня прямо с самолета сюда привезли. Я думала, тут какое-то официальное собрание, оказалось, вы... Тут я, вместо библиотекаря. Прошу. Так я так понимаю, что нам сейчас нужно ехать? Вы в Дельвак? Там все готово? Да. А, честно говоря, не ждал вас сегодня. Думал, до утра протянут, и вас с утра привезут, но... Вы все равно присядьте, мне с вами надо поговорить. Вы в курсе того, что произошло? Туристическая группа пропала. На данный момент нашли только четверых, все мертвы. И я должен знать, на 100% точно должен знать, как они умерли. А можно я вам тоже вопрос задам? Разумеется. А вы кто? Из Свердловской прокуратуры, я вас там просто никогда не видела. Ответил туда. Если нет, можете не подписывать, но тогда общаться мы будем в режиме монолога. Теперь вы под присягой, имейте в виду. Вы думаете, их убили? Что в точности подумать, я не знаю, но вообще я в этом вижу знак каких-то странных смут государства. Что? Это Гамлет, перевод Лозинского, Пастернак, к сожалению, нынче не в моде. А я слышала, что эксперт уже назначен, товарищ Возрожденный. Да. Но скрывать будете вы. А товарищ Возрожденный распишется. Мы друг друга поняли? Да. Хорошо. В желудке содержалось около 100 кубических сантиметров слизистой жидкой массы буро-красного цвета. Слизистая желудка лилово-красного цвета, набухшая, с хорошо выраженной складчатостью. На поверхности складок отмечается большое количество мелких кровоизлияний пятен Вишневского. Через какое время после последнего приема пищи они умерли? Это можно понять? Да, я бы сказала, 6-8 часов. Это что-то дает?
Обычно идет перед тем, как лечь спать. В палатке нашли остатки ужина. Вы к тому, что они не собирались уходить из палатки? Поужинали и просто хотели спать? Но кто-то или что-то... Давайте дальше, Катя. Кости и хрящи скелета при ощупывании целы. В нижней трети правой голени осаднение размером 4 на 2 сантиметра по наружной боковой поверхности. В нижней трети правого предплечья по ладонной поверхности ссадины буро-красного цвета. Я же говорил, немцев мозгов совсем нет. Хоть бы шнапс оставил, сука. Доблестным воинам Красной Армии. Бумаг никаких нет. Все вывезли или уничтожили. Чё это за место? Это же не концлагерь. Ну, это как сказать. Мы там девчонку нашли без глаз, языка и сердца. Они здесь над людьми издевались похлеще, чем в концлагере. Ну что, паскуда? Скоро конец. Андрюха, тебе картина не нужна в твой замок? Рязанский. Я видел, лагеря — это не лагерь. Печей нет, бараков нет, а той девушки на руке номер 31 был. Заключенных, значит, не так много. Радиоаппаратуры нет, макетов нет, карт нет. Казарм нет. Я не понимаю, что это за место. А это что за говно? А? Никогда такое не видел. Обычно все своими крестами увешивают. Проверьте другие помещения. Я вам в ящиках еще пошукаю. Товарищ капитан. А? Ты если шнапсу найдешь, не жмись. Давай. Не спали несколько суток. Надо назад идти. Вам нехорошо? А? Плохо себя почувствовали? Этот запах, формалин, с непривычки бывает. Нет, нет. Катя, все в порядке. Вам еще долго? Не очень. Я здесь почти закончила. Скоро буду готова переходить к следующему. А вы как? Готовы? Да, разумеется. Что у нас в сухом остатке?
Замерзание. Немного раз приходилось скрывать замерзших. Вы уверены, вот эти раны, ссадины? Ничего существенного. Об края наста, об лед, камни, поднимался, падал, полз. Ни одной серьезной травмы. Спасибо, Катя. А вы как думаете, что с ними случилось? Я не понимаю. Правда, не понимаю. Значит, смотри. Сделаешь стенограмму отчета, отдашь возрожденному, он подпишет как свой. Ну, а там что, товарищ майор? Нашли что-нибудь? Пленку уничтожь. Там мой голос кое-где. Голос. Кое-где. Уничтожим. Сутки не спала, а сна ни в одном глазу. Ну, с него что-то. А куда мы едем? На аэродром. Вам же надо домой, в Свердловск. А. Я просто не думала, что специальный рейс будет. А он для меня? Вы разве не остаетесь вдали продолжать расследование? Остаюсь, конечно. Но мне надо в областную прокуратуру. Там нового следователя поставили. Надо задать ему вектор работы, ну и вообще как-то пообщаться. А кто, если не секрет? Лев Иванов. Знаете такого? Да, работал пару раз. Ровесник Темпалова, деловой, серьезный, умный. В нашем деле не помешает. Олег, а вы? Женский пол очень любит. Что? Ну, я про Иванова. Падки, как говорится, на это дело. А вы не замечали? Нет. Что, и про жену председателя Радымского сельхоза тоже не слыхали? Ну, которой ноги не было. Саш, видишь машину? Вы поинтересовались, товарищ майор? Я и... Катя, вы что-то спросить хотели? Я нет, ничего так. Потом. Когда ждать? Пару-тройку дней, не больше. Держи меня в курсе всего. Телеграфируй в управление, меня найдут. Слушаюсь. Олег, я хотел сказать, пока вы будете в Свердловске, заходите к нам в гости. Познакомлю вас с семьей, пообедаем или поужинаем. Я, наверное, неплохо готовлю. Простите. Я, наверное, что-то не так сказала. Я никак не хотела вас. Конечно, приду, Кать. С удовольствием. Обедать в офицерской столовой – дело грустное, поверьте. Я напишу вам адрес. Вы что, забыли, где я работаю? На самом деле, в Свердловске нас тоже будет ждать машина. Мы отвезем сначала вас, а адрес я запомню. Thank you.
Подожди в машине. Екатерина? Простите, я просто провалилась. Нормально, вы заслужили отдых. Мы правильно приехали? Ваш дом? Да, вот мой подъезд. 16-я квартира. Понял. А вас когда ждать? Ну, поговорю с Ивановым, посплю. Сегодня вечером, если вы не против. Провожу. Я только за. Сын будет просто очень... будет в восторге. Он очень любит, ну, военных, милиционеров, вы же... А я как бы это... Сколько ему? 15. Сорванец, ладно, нет никакого. Ну, вроде правильный. Никаких неприятностей. Или просто везучий. Ну, Катя, везение в нашей жизни пока никто не отменял. Любая мелочь может все изменить. И судьба наизнанку. Ну да. Ваша правда, Олег. Вот не пошел этот 10-й из группы Дятлова, и что, остался жив? Что? Какой 10-й? Ну, их же было 10, а не 9. 10-й, фамилию не помню. В последнем пункте перед выходом на перевал остался. У него заболело там что-то. Ну, вы разве не знали? У меня не было его дела. Вам, наверное, дела пропавших передали, а с ним все в порядке. Почему никто не сказал? Как же так? Кто так работает? Ну, местные все были в курсе, а вы просто поздно приехали, и просто они как-то не придали этому значения. Поэтому... Где он теперь? Хотя, Катя, простите. Вы тут ни при чем. Все, поехал. Простите. Ужин тогда завтра, наверное. Да. Майор Костин здесь. Пусть проходит. Проходите. Товарищ майор? Так точно. Но я вообще-то к Иванову. Иванов никуда не денется. Я вас долго не задержу. Давайте пройдем. Моя фамилия Кириленко. Зовут Андрей Павлович. Да. Первый секретарь Свердловского обкома. Хм. Все это вы знаете. Вы же не местный. Ну, работа такая. Чему обязан? Да вот друзья шепнули, что из Москвы прислали человека руководить расследованием. Дело-то громкое. Вот решил познакомиться. Быть, так сказать, на связи. Расследованием руководит Лев Иванов. Я в качестве советника в некоторых вопросах. В каких же? При всем уважении, Андрей Павлович.
Что-то не похоже это на уважение, товарищ майор. Я могу дать вам номер моего руководителя на Лубенке. Можете позвонить, задать все вопросы лично. Зря ты так, майор. Ты же человек не местный. Тебе поддержка понадобится, помощь. Мне думается, любой советский человек должен помогать органам власти и оказывать всяческое содействие, особенно в расследованиях возможных преступлений. Разве не так? Ты что, памятку выучил? Ладно. Давай так. Мы с тобой нехорошо начали. Наверное, не так поняли друг друга. Я правда хочу помочь. А чего вы так боитесь, Андрей Павлович? Я? Да. Я ничего не боюсь. Ты как со мной разговариваешь? Я всю войну прошел. Перед людьми старше 30 лет в нашей стране этим не покозыряешь. Семьи пошли. Что? Да ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь? Да. А вы? Фамилия, имя, отчество. Юдин Юрий Ефимович. Год места рождения. 37-й год, село Бабары, Свердловская область. Национальность. Русск. Партийность. Член ВКСМ. По какой причине вы не смогли продолжать поход? Нога болела. И все. А как? Там десятки километров на лыжах. Мы в Северный приехали и переночевали в заброшенной избушке. И я утром проснулся и понял, что я не могу. И ребята пошли. Смерть. Я не знаю, что это было, но это... Что ты кому-нибудь рассказал? Чё? Я гость шепнул с глазом на глаз. Он
Он только посмеялся. Сказал, что я антисоветчину развожу. А я... Я просто испугался. Я их обманул всех. С ногой этой. Это я понял. Я не смог по-другому. Я не знаю, что это. Я не знаю, что с ними случилось. Правда, я не знаю. Но вот это там было. Юра, это... Это что? Я клянусь, я не знаю, что это. Вот это как будто вот лес, он как живой. Я не знаю, может быть, у меня в роду бабушка в деревне там, она в фараже. Может быть, я поэтому чувствую. Правда, я клянусь, я не знаю. Все. Успокойся. Я вижу, что ты говоришь правду. Я тебе верю. Правда? Вы верите, что... Что ты их убила, да? Олег? Присаживайтесь, все готово. Коль, ну что ты молчишь? Ты ж так хотел, чтобы Олег Дмитриевич к нам в гости пришел, а сам сидишь. Олег Дмитриевич, а много немцев убили? Коль. Ничего. Какой ты парень, боевой. Знаешь, Коля, я тебе так скажу. Гордиться тем, что воевал, можно. Даже нужно. Тем, что убивал, не стоит. Почему? Это ж немцы. Немцы. Но немцы тоже люди. И не все из них плохие. Как не все? Все. Они же войну первые начали. Мой папа с ним воевал. Они его убили. Давай суп ешь. Ешь, кому говорят. Мой сын был бы сейчас чуть старше тебя. А где он? Коля, не надо. Извините, пожалуйста. Все нормально. Авиабомба. Жена пошла за продуктами. Его не с кем было оставить, взяла с собой. Был авианалет, они оба погибли. И вы не хотите их всех убить? Хотел. Очень хотел. Тогда. И все для этого делал. Но пока мы были здесь, Коль, на советской земле, сомнений у меня не было. А потом мы вошли в Германию. И знаешь, что мы там увидели? Тысячи, миллионы людей. Не военных, которые так же, как мы, не хотели воевать. Они так же плакали, у них так же погибали близкие. А крики, плач, слезы.
Они у тебя без перевода, Коля. Они на всех языках одинаковы. Ну, Олег, в войне надо было победить. Войну, если она началась, нужно любыми средствами прекратить. В данном случае полным разгромом. Да. Но чем больше я видел, Коля, тем меньше я понимал. А чего вы не понимали? Знаешь, мы когда вышли в один из первых городков, я уж не вспомню, Опель, кажется. Мы зашли, а там дома. Ну, такие дома. Хорошие, добротные. Все в 2-3 этажа. Для каждой семьи. Каменные, кирпичные. Крыши из красной черепицы. Мы идем, и я клянусь, мы уже ничего не понимаем. Солдаты мои дома эти увидели. Вспомнили свои деревни с покосившимися избами. Говорят, ну чего им надо? Все же у них есть. Чего к нам пришли? Чего не хватило? Огнеметчики побежали эти дома сжечь. Просто от злости. Кто гранату бросит, кто еще чего. А я тоже хорош. Я их не остановил. Нет. Смысла в этом никакого не было. А я не остановил. Вот так. Да. Очень вкусно все было. Спасибо. Да бросьте. Не богато. В Москве-то, наверное. Да ничего особенного, поверьте. В Москве только у мамы отъедаюсь. Она мне ватрушки печет. Не знаю, как так. Нигде в другом месте я таких не пробовал. Ну да. Мамы, они такие. Это не просто Вальтер, Олег. Я из него Гитлера застрелю. А, тогда добро. Вот мама Вити моего, она часто приходит. Я думала, и сегодня зайдет, я бы вас познакомила. Он вас очень любил. Я уверен. Прости, давай не будем раны бередить. Это все закончилось. Мы своих любимых будем помнить всегда. И стараться, чтобы этого больше не произошло. Что сказать? Мам, можно я гулять пойду? Смотри, что я тебе принес. Что ты? Ну, спокойно, спокойно. Я же не на всю голову ударенный. Это Вальтер. Он из трофейного оружия. Паёк спилен, ствол заварен. Ну, так, щелкает. Держи. Мам, можно оставить, пожалуйста? Что нужно сказать? Спасибо, Олег Дмитриевич. Все-таки не лишним было меня спросить. Кать, мальчишки всегда будут играть с оружием. И это не сделает их хуже, поверь. Кто это? Наверное, мой родитель.
Здравствуйте. Я Игорь Дятлов. Можно войти?